точнее, в большом городе. Помните, который я рассказывала вам в прошлом влоге. Сейчас у нас утро, ну как утро, часов 12. Меня накрасили, по-моему, у меня слишком яркие брови, и вообще... мне сказали, что я сама крашусь намного лучше, чем меня накрасили. Хотя помада мне не нравится, потому что все куски моей кожи видны, и слишком яркие брови. Ну, в целом, мне нравится тон. Неплохо выглядит тон, но... Тут неловкий момент, когда ты снимаешь видео, вот такой стоит дверь, просится. Короче, мы сейчас со своей партнеркой, кстати, у меня партнерка резкий групп, мы сейчас взяли себе мохито, конечно, алкогольное, потому что очень жесткая жара, и сейчас сидим, ждем розыгрыша призов и официальное открытие этого фестиваля, этого мероприятия. Блин, там девочки-блогеры тоже, я познакомилась с киевскими блогерами наконец-то, потому что я вообще смотрю только американских, ну, пару русских, пару, это два в смысле. Все остальные американские, причем у меня подписок, наверное, штук 40 на американских блогеров. Не только бьюти, но и блогов и так далее. Что-то мне там больше нравится. Сразу после меня сюда выйдет человек Игорь Пуковский. Ему можно поаплодировать, он стоит на комиссию со мной. Следующий образ. Мы собрали самые распространенные вопросы, которые задают в книге, и вообще в целом вопросы здорового образа жизни. Купальнички, товары эротического характера, товары эротического характера. 18+. Там здесь всякие прекрасности с цветочков, вещи, обувь и Юля. Девчонки тут все что присматривают. Бижуху. Но у меня бижутерии полно, потому что я люблю Алиэкспресс. Бассейн. Я тут планирую спуститься с этих горок. Они, конечно, детские, но, блин, я хочу. Диджей музычку нам тут заправляет. Дельфинчик такой. Прости. Прости, так нас будет. Давай. Давай кое-что. Ты что? Stop, now make that motherfucker hammer time like go stupid, go stupid. Вот, и я помогаю людям создавать результаты за короткий промежуток времени с пункта А в пункт Б. Моя основная профессия. Вторая моя компания, я помогаю парам, семейным парам создавать любящие, зависимые отношения.
с моей супругой Татьяной. Сколько зеленый такой халат, знаешь, да, такой халат, который вот так делаешь. Как обматываешься ты. Ну и ты любимые штаны, разношены с такими коленками. Майка такая с пятками разными. Ну, а домашний, как бы просто есть какой-то. Какие проблемы? И начинаешь создавать пространство любви. Надо вообще не готов. Я не пылесос. Выбрала день. Вот оно. У тебя зеленый? У меня зеленый. Пробуй. Я не хочу. Я еще не готова. Пробуй. Порисуем кной. Здесь можно выбрать, да? Да. Где вот это? Слова даже можно делать. Это странно. Шловато слегка. Угу. Вот это. Думаю, ты вот это классно. Видишь? Вот эти красивые. Которые на пальцах тебе? Мне нравится на пальцах. Да, прикольно. Это некрасиво. Ну, просто она долго делает. Реально, часа два, наверное, надо просидеть. Можете выбрать себе в интернете, когда рисуете? Нет, по времени. Сколько это делается? По времени. Да. Ну, вот примерно. Да вот такой рисовался. 10-12. Такое? Так быстро? Ух ты, круто, оно такое объемное сначала. Как это считается вместе, отдельно? Ну вот этот, например. Сейчас это или это все вместе? Все вместе, да? Возьмите. Прикольно. Прикинь, такая приехала на море. Палец. Класс, оно перебивается, да? Не, ну типа вот такой рисунок. О боже, оно, думаю, перебивается. Не. Супертехнологии. Что это? Что происходит? Я же настроилась. Это прикольно на спине. Посмотри, какой узор. Это грудь, блин. Это просто странно. Давайте походите неделю, потом забудете. Блин, вот это как-то тревога. Не, есть прикольно, реально. Кого-кого? Нет, это шутка. Вот это прикольно, мне нравится. Так же с ним. Чтобы на канал. Можно просила сделать обруч. Просто помощь рисует. Не, все, надо сейчас нарисовать. Я основатель проекта Университет искусства и медитации. Такая вот год назад пришла идея создать сеть студий, которые будут в разных городах. И университет искусства и медитации, его работа будет направлена на то, чтобы обучить людей находить себя, находить свою дорожку по жизни, научиться чиститься от всякого мусора, физического напряжения, эмоционального, подавленного, вот, разных прежних переживаний. Реальное ощущение пальца большого возникает. Хорошо. Вот это значит внимание. То есть мы не думали о пальце. Мы вот на вдохе. На выдохе дуем и удаляем. Еще разок, третий раз. Средний палец. We'll be right back.
следующий день. Вчера с вами не попрощалась в своем блоге, потому что я думала, все это более феерично закончить, потому что в конце там была автопати, типа, ну, вы поняли, дискотека, все такое, но там было очень темно. Моя камера вообще не воспринимает, если в помещении темно, она очень ужасно зернистость добавляет. Я думаю, вы заметили. Сейчас я иду к родителям, как всегда. Знаете, вчера, когда я пришла домой после всего этого мероприятия, я для себя поняла одну штуку, блин, в очках. Я для себя подняла одну штуку, что я все-таки более домашний, семейный человек. Я вчера неимоверно устала, и сейчас себя немножко чувствую разбитой. Мне кажется, что на таких мероприятиях лично я не могу отдохнуть. В отличие от того, когда я нахожусь, например, дома. Я вчера пришла, сняла обувь, пошла в душ, налила себе с холодильника холоднющего кваса, бросила туда кубик льда. Откинулась в кресле и просто поняла, что я счастлива. Потому что у меня болели ноги, я находилась. Там поплавала немножко в бассейне. Напишите в комментариях, любите ли вы более активный отдых, тусовки и так далее. Или такой же домосед, как и я. На этом все. Вот такой вот у меня получился влог. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, для того, чтобы увидеть больше влогов из моей жизни. А я вас всех целую. И пока!